Здравствуйте, меня зовут Екатерина Алексеевна Оськина, и мы продолжаем разбирать ОГЭ по русскому языку. Сегодня мы с вами займемся заданием номер 5, которое посвящено количеству N в различных частях речи. Чтобы составить полный конспект, необходимый для успешного выполнения этого задания, мы с вами разделим его на блоки по различным частям речи. Начнем мы с имени прилагательного. В имени прилагательном может быть спорный случай на написание и 2N, и 1N, поэтому предлагаю вам оформить свой конспект в виде таблицы. Первая колоночка посвящена двум буквам N в прилагательном. Итак, две буквы N в прилагательном пишутся в двух случаях. Первый случай – это так называемый стык-морфем, то есть на стыке корня и суффикса или основы и суффикса находятся две буквы N. Они относятся к разным морфемам, и мы их должны написать. Например, слово «сон» – «сонный». Корень «сон» оканчивается на букву N, плюс прибавляется суффикс N. Только за счет этого в прилагательном образовалось две буквы N. Второй пункт, когда еще мы можем написать 2N, это суффиксы «онона», «енона». В любых абсолютно прилагательных, если вы видите этот суффикс, вы должны написать две буквы N. Будьте внимательны, из этого правила есть одно исключение. Под восклицательным знаком у вас дано слово «ветреный». В таком виде, без приставок, оно действительно пишется только с одной буквы N. Это противоречит правилу, поэтому оно является исключением. Если же мы к слову «ветреный» добавим, например, приставку «без» или любую другую приставку, то мы будем писать его уже по правилу с двумя буквами. Вот такой коварный случай. Вторая колонка, одна буква N в прилагательных пишется в основных трех суффиксах an, yan, in. Мы должны их помнить и, самое главное, помнить из них исключения. Наверняка исключения вам знакомы. Деревянный, оловянный, стеклянный. Эти слова имеют суффикс yan, но он пишется уже с двумя буквами N, раз это исключение. Также рекомендую вам запомнить два слова, которые могут вызвать у вас трудности. Они не являются исключениями, но у них своеобразный способ написания. Слово юный, корень юн и никакого суффикса не прибавилось, поэтому 1N. И слово свиной, корень свин, и тоже никакой N не прибавилось, также пишется одна буква N. Также обратите внимание на краткие формы прилагательных, порой задания посвящены именно им. Краткие формы прилагательных отвечают на вопрос «каков» во всех формах, то есть «каков», «какова», «каковы» и так далее. Помните, что в кратких формах пишется столько же N, сколько и было в полной форме. Я вам привела пример. Например, «встреча» была «традиционная». «Традиционная встреча» пишется с двумя буквами N, потому что это суффикс «онона». Это соответствует правилу. Если мы с вами попробуем из этого прилагательного сделать краткую форму, мы должны отсечь часть окончания, то есть букву «я». «Встреча была какова?» Традиционно. В данном случае суффикс «он» сохраняется, и в нем пишется ровно такое же количество «н», как было в исходном слове. Продолжаем работать с пятым заданием, и следующая часть речи, которая нас интересует, это причастие. Самое главное, чтобы вы умели отделять причастие от прилагательного. Помните, что к причастию всегда легко подбирается глагол. Чего не скажешь о прилагательном, поэтому как только вы видите слово, в котором нужно вставить какое-то количество N, прежде всего уточните его часть речи. Либо это будет причастие, и оно образовано от глагола, либо это будет прилагательное, и оно будет образовано от существительного. Итак, в причастии мы структурируем материал точно так же. Первая колонка 2N, вторая колонка одна буква N. Две буквы N в причастии пишутся в четырех случаях. Первый случай, если ваше причастие образовано от глагола совершенного вида. Помните, что глагол совершенного вида отвечает на вопрос «что сделать?». Например, слово «брошенный» пишется с двумя буквами N, так как оно образовалось от глагола «бросить», а «бросить» отвечает на вопрос «что сделать?». Раз глагол был совершенного вида, значит в причастии будет писаться две буквы N. Второй способ определения двух букв N, если в этом причастии есть любая приставка, кроме приставки «не». Помните, что приставка «не» не влияет на постановку двух букв N, лучше ее вообще зачеркивать, чтобы она вам не мешала. Например, «поваленный», в этом слове есть приставка «по», это причастие, значит в нем будет писаться две буквы N. Это же слово можно вполне проверить и по первому пункту, «повалить», «что сделать», это совершенный вид, значит тоже две буквы N. Третий случай, если в этом причастии есть суффиксы «ова-ева». Как только вы их видите в слове, вы можете смело писать в нем две буквы «н». Например, слово «дисциплинированный». В слове «дисциплинированный» есть суффикс «ова», за счет этого мы пишем две буквы «н». Четвертый и последний пункт, если это причастие имеет зависимое слово. Зависимое слово – это только то слово, к которому мы будем задать вопрос конкретно от причастия. Например, «вязаный мамой шарф». Если у вас слова «мамой» не будет, нельзя сказать, что «вязаный шарф» –
это зависимое слово. Оно независимое, оно как раз будет главным. В данном случае у вас есть зависимое у самого причастия. Например, вязаный кем? Мамой. Мы от причастия задали вопрос к зависимому слову. И раз зависимое слово есть, значит, в таком случае мы будем писать две буквы «н». По двум «н» в причастии это все. Переходим к следующей колоночке. Это одна буква «н», и здесь все ровно наоборот. То есть это абсолютно зеркальные пункты, мы на них долго останавливаться не будем. Итак, если в причастии будет писаться одна буква «н», в том случае, если оно образовано от глагола несовершенного вида. Глагол несовершенного вида отвечает на вопрос «что делать?». Например, «жареный» от глагола «жарить». «Жарить» — «что делать?», несовершенный вид, значит, одна буква «н». Эти слова в школе иногда называют еще отглагольными прилагательными. На мой взгляд, это совершенно ненужная и сложная терминология для девятиклассника. Мы на ней останавливаться не будем. Будем считать, что перед нами все причастие, просто с разными «н». Далее, второе. Соответственно, у этого причастия нет приставки, либо есть приставка «не». В слове «не жареный» есть приставка «не», но она не учитывается для двух «н», поэтому все еще пишется одна. В третьем случае нет суффиксов «ова», «ева», я думаю, это понятно, можно пропустить. В четвертом случае нет зависимого слова. Мы можем взять этот же пример, только убрать из него слово «мамой». Если мы оставим «вязаный шарф», то это будет только одна буква «н», потому что «вязать» — это глагол несовершенного вида, здесь нет приставок, нет суффиксов «ова», «ева» и нет зависимых слов. И последний, но очень важный пункт, который вам нужно знать, это краткие формы. Любые краткие формы пишутся с одной буквы «н». Чтобы запомнить, как вообще находить краткую форму, вам нужно обязательно знать вопрос. Вопрос у нас задается, что сделан во всех формах, то есть что сделано, сделано или сделаны. В данном случае я вам привела пример со словом «заброшенная». В полном причастии «она какая заброшенная» есть окончание «ая». Точно так же, как мы с вами делали с краткими прилагательными, наша задача отсечь одну из частей окончания, то есть конечную букву, проще говоря. Например, усадьба заброшенная, а теперь усадьба что сделана, она заброшена. Заброшена людьми и заброшена хозяевами. В данном случае мы пишем уже одну букву «н», потому что это краткое причастие. Даже несмотря на то, что там есть приставка или есть глагол совершенного вида, который легко подбирается, нас это все совершенно не интересует. Раз у вас краткая форма причастия, в нем всегда пишется одна буква «н». И еще одна часть речи интересует нас в рамках пятого задания. Это наречие. Помните, что наречие отвечает на вопрос «как?». Конечно, есть и другие вопросы, но чаще всего вы сможете любое наречие подогнать под вопрос «как?». Правило звучит так. В наречии пишется столько же «н», сколько было в слове, от которого оно образовано. Звучит, может быть, трудно, освоить это гораздо проще на практике. Чтобы понять, от какого слова образовано наречие, мы все время задаем вопрос «какой?». То есть, так или иначе, вы будете подбирать или прилагательное, или причастное. Например, у нас есть наречие «ветрено». Оно отвечает на вопрос «как?». На улице сегодня было «как?». Ветрено. В данном случае мы дальше задаем вопрос «какой?» и подбираем слово «он какой?» «ветреный». Слово «ветреный» к нему нельзя подбирать глагол, значит, перед нами прилагательное. Вспоминаем, слово «ветреный» является тем самым исключением, в котором в суффиксе «ен» пишется одна буква «н». Раз в прилагательном «ветреном» пишется одна «н», значит, и в наречии «ветрено» тоже пишется одна буква «н». Другой случай, когда наше наречие образовано от причастия. Например, из автобуса мы выходили организованно. Организованно – наречие, отвечающее на вопрос «как?». Чтобы понять, от какого слова оно образовалось, мы задаем вопрос «какой?» и находим слово «организованный». Слово «организованный» явно от глагола «организовать», значит, перед нами причастие. По одному из пунктов написания двух «н» в причастии мы понимаем, что суффикс «ова» указывает на две буквы «н». Соответственно, и в наречии, которое образовано от этого причастия, также пишется две буквы «н».